Сочи на чемпионат мира по кёрлингу съехались представители 30 стран. Всего за эту неделю на лед вышло более 300 спортсменов. А у сочинцев была уникальная возможность бесплатно наблюдать за играми на льду. Если мы в прошлом году пытались найти применение наших спортивных объектов, пытались максимально увеличить взаимодействие со всеми регионами страны, с международными нашими партнерами о том, чтобы сюда приехали, то проведение сегодня, после того, как уже и спорт-аккорд прошел, и чемпионат мира по кёрлингу, мы считаем, это уже норма, потому что желающих провести международные события в городе Сочи с каждым днем растет больше и больше, и у нас уже скоро появляется достаточно нормальная, здоровая конкуренция. В последний день соревнований за звание лучшей команды в дисциплине сеньоры боролись спортсмены из Канады и Норвегии, Швеции и Венгрии. Это игроки старше 50 лет, в основном лучшие кёрлингисты прошлого. Конечно, каждый болел за свою команду. Канадская команда, конечно, сильная, но норвежская все равно выиграет. Она сильнее. Но оптимизм норвежцев не принес в этой встрече положительных результатов. В дисциплине сеньоры у женщин победили канадцы, а среди мужчин – американцы. И вот совсем иная картина в дисциплине дабл-микс. Здесь победили европейцы. На первом месте Венгрия, затем Швеция и на третьем – Норвегия. В отличие от классического кёрлинга, в команде всего два человека – мужчина и женщина. Возможно, дабл-микс – новый и динамично развивающийся вид кёрлинга – могут включить в программу Олимпиады. Прекрасное чувство. Чудесно выиграть на чемпионате мира. Мы уже второй раз побеждаем и счастливы, что идем к этому год за годом. Мужской и женский чемпионат мира по кёрлингу может пройти в Сочи в 2018 или в 2019 году. Во всяком случае, спортивные чиновники федерального уровня на это надеются. А у российских кёрлингистов есть время, чтобы основательно подготовиться и удачно выступить на следующих международных соревнованиях. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.